Всем большой привет! У нас вечер, пятница и пятый день игрушечной недели. Кто не смотрел предыдущие дни, здесь в подсказочках оставляю вам ссылочку. Пожалуйста, переходите и смотрите. Ну и также ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, что вы думаете по поводу вот такой недели, которую я для вас устроила. Если я увижу, что вы действительно хотите такие видео, да, я увижу это по комментариям, по вашим лайкам, значит, и в дальнейшем я также буду стараться для вас отснимать такие видео. Ну и, конечно, мне будет приятно. Я всегда говорю, чем вас больше, тем лучше. Так, значит, друзья, как у меня сегодня проходит день? У нас на улице пасмурно, холодно. Дождь, у нас похолодало, 7, 8, 9, 10 градусов, это максимум, но для нас холодно. Я с утра отснимала коротенькое видео, небольшой такой ролик, как я упаковываю игрушки. Потом я отнесла на почту, отправила посылочку, зашла в магазин быстренько, купила продукты и готовила обед. И только уже после обеда я взялась за вязание. Что еще хочу сказать? Я, наверное, в понедельник вам говорила о том, что, возможно, в субботу будет такое видео, ответы на ваши вопросы. Но подумала себе, что мне оно займет много времени, это видео, потому что, во-первых, это тоже надо подготовиться. И бывает у меня вот, если есть так время, я стараюсь в отдельном блокноте записывать те вопросы, которые вы мне задаете. А тут получается, что я этого не сделала, и мне надо будет выбрать время, сесть и открыть ваши комментарии все, да, и пролистать сверху в самый низ. То есть, считайте, практически все комментарии надо будет еще раз прочитать, чтобы я что-то не упустила. Если есть такие вопросы, на которые вы, например, ждете, и задайте еще раз под этим видео, чтобы я просто знала, да, то есть оно уже будет, ваш комментарий будет ближе, и так я его точно не потеряю. То есть не поленитесь, еще раз напишите. И получается, девочки, если я на завтра бы запланировала себе, вот, да, я думала изначально, но если бы я делала такое видео, у меня бы точно где-то, ну, потерялось время. Вы знаете, кто смотрит сейчас эту неделю, то получается у меня, считайте, единорожка, надо связать голову еще, надо сделать гриву, оформить это все, то есть собрать игрушку, плюс платье я себе задумала. На черной капсулке надо довязать еще одну штучку, над олененком еще поработать. И плюс я вчера начала еще новую игрушку, которую я вам тоже сейчас буду показывать, она тоже в процессе. И получается у меня завтра один день, так чтобы на воскресенье я это все подготовила, привела в порядок и чтобы я вам могла показать. Поэтому видео ответы на ваши вопросы я перенесу на следующую неделю, да, там будет спокойнее уже, я хорошенько сяду, возьмусь за ваши вопросы, ну и потом сделаю такое видео. А завтра я выгружу коротенький ролик. Вот он будет под музыку, буквально на пару минуток, и вы сможете посмотреть тоже новую упаковочку. Значит, кого я начала вязать? Девочки, у меня есть на канале очень много разных игрушек, да, именно кого я вязала, кого мы вместе с вами вязали, то есть мастер-классы. И тут я думала, ну кого начать, девочки? Вот, и вспомнила, что у меня нет плюшевого жирафика. Вот, у меня есть на канале такой мастер-класс. Он один из самых первых моих мастер-классов из полухлопка. Мы вязали вместе с вами. Девчонки тоже его вязали. Возможно, просто вот говорю, вот может забыли, может кто-то не знает, как найти эти мастер-классы, потому что они в самом низу. Поэтому я вам и всегда говорю, что надо заходить в плейлисты. Вот. Значит, я подумала, что плюшевого жирафика у меня нет. Поэтому я за него и взялась. Значит, девочки, что я связала вчера? Показываю вам. Смотрите, как классно получается. Вот, посмотрите, какие классные ножки. Здесь у нас такой животик.
ботиночки. Ну, то есть коричневый цвет. Вы знаете, что у жирафика он должен присутствовать, да, все-таки. И у меня получается так, что я коричневым цветом сделала, как будто он обутый. Вот здесь у нас такой оранжевый. Можно было и желтым, но я все-таки хочу, чтобы... Ну, мой жирафик хоть немножечко чем-то отличался, да, то есть не желтый, а именно вот такой оранжевый, светло-светло-оранжевый цвет. Вот такое получается ножки с переходом на тело. Тут у меня будет такая шейка, она не слишком длинная, но она все-таки есть. И я сюда хорошенько добавила наполнителя, вот игрушечка такая плотненькая получилась. И что вы думаете, друзья, ну вот вы видите, какой я человек. Так, уже 28 сантиметров без головы, без ушек и без рожков. То есть вы себе можете представить, какой он будет. Большой, классный. Вот, хотела я среднего размера игрушки, ну, как всегда, девочки, как всегда. Возможно, если вязать, например, из тонкого плюша, то получается, что он будет поменьше. Это понятно. Но дело в том, что... Я считаю, что перебирать столбики из тонкого плюша, а что вязать, ну, именно из толстого, это одно и то же. Да, все равно ты провязываешь эти каждые столбики, этот каждый ряд, просто игрушечка получается меньше размера. Вот, но работа получается все равно одна и та же. То есть то же время, просто именно размер получается поменьше. Вот такой жирафик у меня будет, девочки. Значит, это у меня связано. Это я вчера сделала. Ножки с переходом на тело. Так, сегодня... А сегодня я вам покажу уже вот такую голову. Это, девочки, только процесс. Тут еще ничего не оформлено. Тут с глазками я буду тоже наводить марафет красивый, да. Здесь у нас будут рожки, ушки. Вот, ноздрики. Такая голова получается. Вот такая моська, мордашка. Можно было связать и полностью ее оранжевым цветом, но все-таки я хотела немножко выделить, да, чтобы было красиво. Значит, голова у меня есть. И также у меня есть два ушка. Вот, тоже уже связала. И есть два маленькие рожки. Вот такие. Но они прикольные получаются. Я вам так примерно вот покажу. Вот так, может, как-то хочу его сделать таким няшным, чтобы он был такой еще, как бы не взрослый, а такой, ну, может, младенец. Вот так, что где-то вот здесь надо будет их размещать. Вот это то, что я успела связать. Считаю, что это тоже достаточно много связано. Плюс, девочки... Я же эту игрушку придумываю сама, то есть я схему беру только из головы, тоже... Вы должны понимать, что на это также уходит время. Рассчитать хорошенько ножки, рассчитать тело, голову, чтобы была пропорция, чтобы это все хорошенько, ну, смотрелось, правильно смотрелось. Вот, так что я считаю, что даже очень хорошо. И получается, я вяжу из пряжи. Этот оранжевый цвет, это Гималая Бурса. Она без указательного на номерка, да? Гималая Бурса. И коричневый цвет, это пряжа Гималая Dolphin Baby. Так, 100% полиэстер, номер 80-336 и 100 грамм 120 метров. Это коричневый цвет, а белый 80-331 вроде бы. Вот, оранжевый цвет, это у меня уже второй моток. Но считайте, еще надо будет связать мне ручки, да, ну еще хвостик остался. Ручки еще надо будет связать, так что уходит... Ну, уйдет еще, немного уйдет, останется, может, половинка. Может, даже чуть меньше. Вот. Глазки здесь на безопасном креплении, такого коричневого цвета. Хорошенько я их так закрепила. Можно будет еще как-то вот придумать утяжечку, тоже, чтобы оно классно было. Вот. Так что такая мордочка у меня получается. Ну и если это все собрать вместе, получится большая игрушка. Ну вы же понимаете, да? Тоже надо будет что-то ему из одежды придумать. Ну, точнее, ей. Я думаю, что это должна быть девочка. Ну, я посмотрю по оформлению.
И если даже я не успею вот что-то придумать из одежды, да, завтра, например, то хотя бы шарфик надо будет точно связать. Вот, может, два оборота какой-то зимний, такой красивый. Так что вот, смотрите, сколько у меня еще работы. Вот, значит, девочки, я пошла монтировать это видео. Хочу, чтобы вы его также сегодня посмотрели. Ну и ставьте пальчики вверх. Так мы будем знать, нужны ли мы вам. Вот, я с вами на сегодня заканчиваю эти 5 дней, да, этот 5-й день. Всем, кто был со мной именно всю эту неделю, я говорю большое спасибо. Знаю, что есть такие девчонки, которые меня поддерживают в каждом видео своими комментариями, своими хорошими, добрыми и приятными словами. Вот, всех вас благодарю, желаю вам также всего хорошего, и мы с вами встретимся уже в воскресенье. Всем пока, пожелайте мне удачи.